Буду проводить мастер-классы, кататься, выезжать в разные города, участвовать в соревнованиях. Работать, пытаться устроиться на другую должность, наверное, танцевать. Планирую кататься в Питер на месяц в августе. Остальное время это проекты различные, поэтического характера и политического тоже. За границу в этом году не планируется. Я планирую работать. По большей части, возможно, недельки две в августе отдохнуть, выбраться с друзьями просто по России. Планы на лето очень продуктивные, яркие. Хотелось бы успеть отдохнуть, но опять-таки и поработать все-таки нужно. Мы проводим уже из Челябинска, приехали в гости в Казань к родственникам. Ходили в музей, в Кремль. Любимую дачу планирую. Хочу на дачу к себе с семьей отдохнуть здесь. Вообще езжу я к родителям в гости. А так планируем на сплавы и прочее. То есть вот такой активный отдых. У меня вчера только был последний экзамен, поэтому мои каникулы только начались. Вот, скоро я планирую поехать домой. Ну, ненадолго. А дальше я вернусь в Казань, наверное, буду работать. Шашлык кушаем. Я как еще другой город я хожу. То, что, например, Амурск, еще как в Москве. Меня ждет возвращение в родной город. Как раз-таки там и буду проводить лето. Люблю все это делать очень активно. Не люблю как-то просиживать дома штаны.